В рекрутинговых агентствах уточняют, несмотря на дикое перепроизводство и вал соискателей, найти нормального специалиста в тот же экономический или правовой отдел – огромная проблема. На поиск могут уйти месяцы. Вот как это обычно происходит. Какой главный финансовый документ в России? Бухгалтерская отчетность, возможно. Федеральный бюджет. Квадратный корень из 100. Квадратный корень из 100? Нету его. Ну, он не поддается вычислению. Спиридонова Екатерина, 23 года. Окончила РГТУ с красным дипломом, поощрялась именной премией ректора, профессия экономист-маркетолог. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Чем заканчивается схема Маркса? Товар, деньги? Рынок. Товар. Товар. Единица с 5 нулями. Это какая цифра? 10 тысяч. Единица с 5 нулями. 100 тысяч. А с 9? С 9? Миллион? Нет, биллион. Дальше идет. Вот за наших выпускников нам стыдиться не приходится. Наши экономисты и юристы лучше среднемировых. Да. Я это говорю со всей ответственностью. Деноминация что такое? Деноминация? Не помню. А девальвация? Не помню. Стагнация? Не помню. Сергеева Алена, 24 года, выпускница эконом-фака РГТУ, специализация финансы и кредит. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Размер подоходного налога для физлиц в России какой? Подоходный налог там. Сейчас уже не помню. А кто написал «Капитал Маркса»? Тоже не знаю. А квадратный корень из 100? Квадратный корень из 100? Затрудняюсь, не помню сейчас уже. Ну, слабые ребята, или не так? А я хочу сказать, что мы готовы из слабых сделать выдающихся. Сделать из серьезных. И у вас получается. Извините, конечно. Вот это надо оценивать. Не те, которые к нам пришли. Вы школу оцениваете по ЕГЭ. А вуз оцениваете по результатам работы вуза. Из каких двух частей состоят золотовалютные резервы Центробанка? Не знаю. Из золота и валюты. А единица с 5 нулями, это какая цифра? Единица и 5 нулей, какая 10 цифра? 10 тысяч. Капнина Мария, 20 лет, третий курс РГТУ, специализация «Мировая экономика», лаборант кафедры международной торговли, искомая зарплата от 30 тысяч рублей. А мировые резервные валюты какие знаете? Резервные? Не могу, наверное, ответить. Чем отличается плоская шкала налогообложения от прогрессивной? Тоже не скажу. А что такое билет Банка России? У меня вечернее отделение, возможно, просто такого еще не дошли. На деньгах написано «Билет Банка России». Даже не видела. На рублях. И таких дарований в Бабуринском вузе 80 тысяч. Что с ними делать? Это серьезная социальная проблема. Пока предварительное решение таково. ВУЗ вливается в состав Плехановского госуниверситета, студентов переводят туда на щадящих условиях и дают доучиться, педсостав РГТУ ждет переаттестация, бухгалтерию ревизия, господин Бабурин отправляется на все четыре стороны.